Слышно. Давно я не была уже на эфире. Соскучилась. Ага, поставьте плюсики, мы начнем нашу встречу. Рабочую встречу. Все, благодарю, вижу плюсики. Очень рада вас видеть. Очень рада видеть на школе. Вижу, что наш процесс продолжается, интересует наших всех потенциальных кандидатов, естественно, партнеров. Каким же образом, наконец-то, нам зарабатывать здесь деньги, возможность, да? Я сегодня хочу простым языком рассказать, насколько у нас крутые возможности. Я хочу даже познакомить вас с неким таким новым словом, как нео-маркетинг, потому что нео – это новый, потому что сегодня наш маркетинг не знают даже топ-лидеры, даже кто сегодня, по сути своей, находится на волне MLM в активных фазах, в активных позициях. Очень видно, как что никто не хочет напрягаться, а разбираться, да, в деталях. Но, тем не менее, наш маркетинг простой. Я хочу его донести простым языком, чтобы вы поняли самое главное, каркас, с чего это мы вдруг здесь такие можем деньги зарабатывать, да, почувствовать, чтобы вы почувствовали устойчивость нашей платформы. И самое главное, чтобы у вас появилось желание, конечно же, зарабатывать и двигаться в нашем направлении. Смотрите, в целом, я сегодня вкратце, да, все так пройдусь с самого начала до конца. Значит, на нашей платформе Realtor System мы сегодня торгуем, продвигаем, да, как хотите, так называйте, знания, да. Вот как раз на слайде видно, что Tor System – это наш сегодня основной продукт, который сегодня мы продвигаем и на продвижении этом зарабатываем. Поэтому, если вы сегодня понимаете, что партнерская программа сегодня находится вообще в любом бизнесе и по-разному в разных процентах, да, разные компании дают вознаграждение, то сразу скажу, что наша компания с Realtor System за рекомендации дает 90% в сеть. Что это значит? Это значит, что наши партнеры, когда будут продвигать знания, да, они у нас упакованы в модулях, модули у нас упакованы в такую модель, как тренар, да, это матричная модель, все очень просто, я сейчас немножко позже покажу эту модель, кто не знает, то есть, грубо говоря, любой приобретенный пакет с обучением, он расходится по маркетингу сразу в 90% в сеть, то есть в команду сразу идут партнерские вознаграждения. Это, ребята, очень, на самом деле, крутой бизнес, он бесконечный, и на нем можно сегодня делать большие-большие обороты. При этом однажды вы сами себе приобрели эти же обучения, модули, и больше вы никогда уже не вкладываетесь дополнительно. Это, конечно же, большой плюс, да, для тех, кто ищет одноразовые вложения, и чтобы можно на этой платформе было проворачивать, прокручивать очень много-много-много-много разных таких сделок, да, которые сами приобрели и постоянно-постоянно людям предлагаете, и люди сами приобретают, становятся благодарными вам за это, потому что они приобретают бесценные знания, да, можно сказать, ценные знания, но вот прямо, знаете, таких цен, прямо конкретных, да, вот этим знаниям прямо сложно сегодня дать, потому что мы сегодня определили их в такие модули, а на самом деле это гораздо дороже все стоит. Рынок сегодня вообще развивается очень круто в этом направлении, да, сегодня тренд направления – это развитие личностного роста. И сегодня все говорят про квантовые технологии, квантовые инженерии, всякие разные метафизики, много-много разных слов и божественных слов очень много, да. То есть сегодня очень классно, что многие уже вступили на тропу развития. И мне сегодня очень радостно, на самом деле, предлагать вам сегодня наш путь, который мы выбрали. Мы компанию создали вместе с Галиной Платоновой. Я Елена Кононова и Галина Платонова нащупали в этой жизни, да, в MLM-индустрии очень крутые инструменты, которыми воспользовались сами и, естественно, интегрировали сегодня в некий синтез нового MLM. Мы сделали некую новую платформу, которая сегодня блистает, скажу так, блистает на всем рынке этими возможностями. Они настолько честные, интересные, прозрачные, что, знаете, я говорю про них бесконечно. Но я сегодня начну. У нас сегодня школа именно по заработку. Все сегодня собрались, надеюсь, активные партнеры,
приятно мне делают комплименты, мужчины, принимаю. Так, всем привет из Казахстана, вижу, приветствуют, все только приходят. Значит, сегодня наша школа, естественно, по заработку. Я сегодня вам хочу раскрыть, каким способом мы можем сегодня идти в нашем пути и зарабатывать. Покажу несколько слайдов, расшифрую их. А вы сегодня приготовьтесь к тому, что я вам сегодня дам целую картину. Целую, а не частичную. Это очень важно. Потому что если вы будете видеть целую картину, вам будет понятно, куда и с кем вы двигаетесь. Итак, внимательно. Сейчас мы смотрим следующий слайд, и я начну рассказывать. Да? Смотрите, все наши знания упакованы в 7 матриц. Я буду простыми словами говорить, потому что все знают, что такое матрицы. Матрицы – это некая таблица начислений, да, в разном соотношении процентов. У нас матрица называется тринар. В этот тринар у нас упакованы в каждый, у нас есть 7 тринаров, вот таких вот моделей, да, двухуровневый, и в каждую модель у нас упакованы знания. То есть я расскажу вам сверху, как модель работает, чтобы вы понимали, что в модели тринар мы зарабатываем с двух уровней. С первого уровня мы зарабатываем 10%, а со второго уровня мы зарабатываем 90%. Что это значит? Это значит, что каждый партнер, который заходит и приобретает в вашей команде определенные модули, разная стоимость, абсолютно разная стоимость у наших модулей, это от 10 долларов и выше до 2000 долларов. В целом вся система обучения стоит 3000 долларов, но вы можете в рассрочку ее взять, самых маленьких пакетов и идти вперед. Все на полном автомате, вам сама система будет покупать все определенные вот эти модули обучения. Вы будете все через тренар все идти вперед, и это все будет на полном автомате. Вы не должны переживать, кто у вас чего, куда встает, все сама система вставит. То есть ваша задача понять самое главное. Смотрите, главная задача понять, что каждый человек, который находится в вашей команде и которого вы видите в поле видимости своего тринара, а вы, когда приобретаете себе вот эти модули обучения, у вас раскрываются эти модели у каждого, да? И вы видите прекрасно, сколько у вас людей купили там 2 модуля, сколько 3, сколько 4. Если вы находитесь на 5 модулях сами, то вы будете видеть отдельно, сколько людей на каких модулях больше приобретают разные пакеты. Из каждого заполненного, ну, из каждой заполненной ячейки вы будете получать вознаграждение по принципу 10-90, 10-90. То есть в итоге вы зарабатываете со своего купленного пакета 840% с целого круга закрытого. Вот на вашем сегодня слайде прям видно, что это вот как бы 3 в первой линии и 9 внизу, 3 по 3. И в итоге это называется цикл, цикл закрытый. Вот этих циклов может быть бесконечное множество. То есть эта модель может работать на полном автомате всю жизнь, не заканчиваться, потому что все зависит от того, насколько вы сегодня будете активны, насколько вы выберете активную фазу, да, пассивную фазу. Может, сегодня вы работаете, завтра вы не захотите работать, отдохнуть, потом опять пошли с большей силой. Вас сегодня, конечно же, система сама по себе, Agile Tour System, она не заставляет вас здесь работать. Мы сегодня двигаемся с удовольствием вперед и с удовольствием рассказываем про эти возможности. Вот как сегодня я делаю, в принципе, веду вебинар с большой радостью, потому что я знаю, что этот сегодня инструмент, большой спасательный круг для многих людей, потому что наши люди все практически нуждаются в деньгах из каких-то своих базовых, удовлетворения базовых потребностей. Поэтому этот тренар вас сегодня удовлетворить может в любых абсолютно суммах. Сейчас я вам покажу другой слайд. Тут все очень, в принципе, просто. Смотрите, вот, допустим, в популярные стратегии, но я не буду долго останавливаться на тренаре, потому что объясню сразу же. Я сейчас, наверное, открою немножко другой, наверное, слайд, чтобы по-другому немножко поговорить. Так. Вот, смотрите, я открываю вам вот такой слайд и начинаю с него сразу работать. Я хочу, чтобы все было просто, чтобы никто не загонялся разными всякими непонятными суммами, сотыми, десятыми. Я хочу, чтобы вы видели всю картину. Это очень важно. Итак, смотрите.
Чтобы заработать здесь много-много-много денег, да, я буду говорить сегодня о больших деньгах по итогу, но вы сначала поймите стратегию. Мы сразу же движение запускаем в двух маркетингах. Это очень важно. В тренаре у нас заложена вся система обучения знаний, которую сегодня мы продвигаем. А вот в бинар, это другая уже модель, где сегодня самое денежное такое бесконечное дно, все ныряют из тренара в бинар на полном автомате. Вы должны, некоторые меня спрашивают, а можно ли отдельно приобрести бинар и заходить туда и там зарабатывать? Знаете что? Можно. Но если вы сегодня приобретаете все равно минимум 3 модуля обучения, у нас их 7, но если вы приобретаете за 111 минимум, за $111 именно тренар, то вы сегодня, естественно, можете сразу приобрести себе бинар. Но в бинаре мы приобретаем сразу 7 ячеек, потому что чтобы наша команда, когда будет нырять, дальше идти движение вперед, чтобы вы зарабатывали от одного и того же движения на 7 ячеек, а не на одну ячейку, как это в классике есть жанра. Потому что в классическом бинаре вообще все в основном покупают себе одну ячейку, как-то себя так ужимая во всем, не понимая сути, возможно. Вот, просто типа места бы занять и все. Но мы сегодня стратегически с Галиной Платоновой интегрировали идею, которую прошли сами, на которой, благодаря которой заработали сами много миллионов, да, вообще больше миллиона долларов. Поэтому мы знаем прекрасно, как работает этот механизм, это просто шикарный механизм. И самое главное, что мы сегодня специально сделали, чтобы у нас не было два маркетинга по разности, да, чтобы они работали как единое звено. Но объясню разницу. Вот смотрите, я сейчас самую главную разницу объясню, но я ее начеркала сама, лично сама, прямо буквально перед презентацией. Сейчас покажу вам слайд этот начерканный. Вот он. Так, поставьте, пожалуйста, плюсики, видно его или не видно. Поставьте плюсики, чтобы я понимала, что говорить дальше. Может быть, перезагрузить его придется, потому что я его только загрузила, и мне надо, чтобы вы его увидели. Так, с опозданием немножко. Так, все, благодарю, вижу первые плюсики. Смотрите, я нарисовала прямо, знаете, сама начеркала, чтобы вот, знаете, чтобы вы прям видели вот именно так, как я вижу. Смотрите, вообще у нас в мире есть море матриц. Прям вообще их целая куча. И есть простые матрицы, да, это двухуровневые. Вот видите, слева черненьким. Это где вот наша вот именно матрица, тренар называется, это три ножки, потому что. И вот есть у нас, мы зарабатываем в этом тренаре только с двух уровней. Но когда строится глубина в этой матрице, и когда ваши людей начинают тоже свои матрицы заполнять, то вы с глубины, конкретно с глубины, в эту же секунду не получаете. Вы получаете в эту же секунду, как только заполняются ваши ячейки. Это очень важный комментарий. То есть тут не надо ждать закрытия нашей матрицы. Можно сразу же смотреть на кошелек, как только заполнилась ячейка, вы получили сразу вознаграждение. Но смотрите очень важное различие. И как мы классно соединили два механизма. Внимательно смотрите. Вот справа красным все, что выделено, это называется тоже, по идее, матрица. Давайте будем говорить простым языком. Но эта матрица бинарная. Она бинарная и она бесконечная. Наша бинарная матрица предполагает, что здесь вся глубина, которая у вас формируется в процессе всего движения, которая вся проходит через тренар, которая образует все свои тоже тренары и так далее, она все равно появится у вас быстро, и вы всех увидите в своей команде до бесконечности, неважно какая глубина, именно в этой бинарной матрице, и вы увидите свои заработки. То есть от каждого человека, кто бы сюда ни пришел, на семиугольники, на треугольники, вы всегда будете видеть с той стороны начисления, с которой человек находится, или люди, или команды. Там очень много будет звеньев. Я как раз нарисовала, видите, такими обрывистыми справа какими-то там нахождениями каких-то команд, видите, да, такие там черточки, эти ячеечки. То есть это все символически, но на самом деле это выглядит гораздо круче. То есть вы должны понимать, что все, кто приобретает сегодня обучение, наши ценные знания, которые сегодня в мире гораздо... Я хочу еще раз акцентом выделить, потому что это сегодня факт, мы прекрасно знаем сегодня, как работает рынок.
И сегодня хорошо его уже изучили. Очень радуемся, что мы находимся в тренде, и это будет нескончаемый поток интересующихся людей. Это прямо 100%. И все люди, которые сегодня будут приходить, эти обучения, они все будут нырять именно в этот бинарный движ. Потому что это на полном автомате, и мы один маркетинг от другого не отделили. Это вы должны сегодня знать, как важное звено. Потому что, когда знаем полностью картину, нам проще двигаться вперед. Цифры я вам сейчас покажу. Они тоже простые, они полностью просчитанные. Вы можете потом отдельно там с кем-то, кто умеет пользоваться таблицей Excel, чтобы там отдельно ваши компетентные лица спросить, вы можете попозже. Но поймите точно, что это сегодня вся таблица, вся система, она уже тут интегрирована в два этих механизма, и можно ничего не считать, просто можно довериться. Можете единственное посчитать это первые 2-3 уровня, там действительно легко считать, потому что у нас в бинарной матрице мы получаем, кстати, с бинарной пары, заметили, да, я выделила специально таким красной черточкой, что мы в бинарной паре получаем с бинарной, в бинарной матрице с бинарной пары. То есть это зеркальные суммы, когда встречаются слева и справа, любые суммы, они могут быть активированы в течение дня. Это может быть в течение дня слева кто-то в команде активировался там на $1500 в целом, да, от всей команды, у вас лично в команде. Кто-то там справа, допустим, на $800 активировался, там разные люди, разные команды двигаются, попадают. И бинарные пары, что такое? Когда встречаются зеркальные суммы одинаковые по меньшей ноге, допустим, справа было $1500 оборот, а слева у вас было 800, то у вас будет бинарная пара на $800 хлопаться. Поэтому вы должны понимать, что остатки останутся для следующей бинарной пары с той стороны, где было больше, а по меньшей ноге все обнулится и опять будут ожидать, сам бинар будет ожидать следующего движения, да, в вашей системе координат, скажем, да. Поэтому вы должны понимать, что большое преимущество у нас сегодня стоит, конечно же, в бинаре. И поэтому, почему мы его сразу же в первочком не выставили, потому что тяжело, с одной стороны, все концептуально выстроить, да, было проще как раз в матрицу упаковать наш сегодня продукт, потому что вы сегодня, приобретая наш продукт, дополнительно приобретаете возможность участия в высокодоходной партнерской программе. Это называемый бинар. И я сегодня хочу открыть вам тоже начеркала сама от руки прямо сейчас. Я люблю вообще, когда что-то пишу, рисую, я в это вкладываю душу. Вот, сейчас я покажу вам еще свой слайд дополнительный. Тоже его прямо сейчас нарисовала. С партнерами сидели, я решила сегодня вам его тоже буквально показать. Смотрите, все очень просто. Когда мы с вами приходим в бинар, но мы туда приходим автоматически, либо уже осознанно. Осознанно у вас есть возможность купить его сразу, как только вы приобрели за $111, 3 модуля обучения у вас открывается, возможность зайти в бинар, каждая ячейка стоит $100. Есть возможность заходить на семиугольники, либо на треугольники. В чем разница семиугольников и треугольников, я прямо сейчас опять же покажу. Вот очень хочу показать прямо сейчас этот момент. Смотрите, вот слева треугольник, а справа семиугольник. Вы делаете в команде одно и то же движение, вообще одно и то же, как и планировали. Только на треугольнике, если вы стоите, у вас от одного и того же движения в команде общий доход, видите, справа $540 000, к примеру. И если вы приобретаете себе семиугольник осознанно, да, как на бизнес-пакет большой заходить, то вы от того же самого движения, прямо от того же самого, вы получаете уже 1 890 000 долларов. Друзья, это даже в три раза вы получаете больше за одни и те же движения. Вот что такое сила треугольника и семиугольника. Поэтому у нас, мы сегодня, как сетевики такие, прожженные с Галей Платоновой, мы прекрасно осознаем и сделали компанию, чтобы вот эту партнерскую вознаградительную программу для тех, кто хочет зарабатывать нормальные деньги, хорошие деньги, открытые, честные, прозрачные, мощные деньги, да. Поэтому вам всем советую заходить, видно, что, да, сразу заходить на семиугольник лучше, потому что, конечно же, вы делаете все равно будете то же самое действие,
просто у вас начисление будет на 7 кошельков, а не на 3. Это прямо четко сейчас на слайде видно, это четкий просчет. Дальше продолжаем на мой слайд, который я черкала от руки. Смотрите, здесь очень просто, ребята. Тут проще не придумаешь. Вообще, чтобы в бинаре. Понятно, что в бинаре мы друг друга будем в командами перемешиваться и получать большие вознаграждения. Но чтобы активизировать бинар, вообще есть такое условие, оно единственное. Ребят, это единственное условие, самое такое простое, которое сегодня вам даст получать вознаграждение до бесконечности. И вам нужно поставить всего лишь двух людей, одного слева, другого справа, в этот бинар, да, и, естественно, дать ему такую возможность понять, чтобы он тоже дублицировал вниз те минимальные движения. Но я сейчас хочу на слайде показать вам другую концепцию. Я хочу показать вам настоящие деньги, от которых сейчас могут у многих бежать мурашки, может наступить истерика, может зачесаться голова, как это так, все не может быть. Но любые эмоции, они очень классные, потому что они действительно вызываются естественным образом. Смотрите, если мы сегодня под наш семиугольник, а у нас семиугольник, запомните, у каждой бинарной ячейки есть две ножки. Би – это 2. От слова би – 2 у нас бинар называется. И если брать сегодня концепцию би, то есть у каждой ячейки, да, вот видите, по две ножки, то под нашим семиугольником есть всего лишь 8 свободных мест. А теперь смотрите, концепция проста, как 2×2. Если вы сегодня будете целеустремленно создавать внутри себя, да, движение, целеполагание, чтобы найти 8 человек в своей жизни, это минимум. Минимум не 2 человека, как вот положено по бинару, чтобы получать там всякие разные эти переливы, там, возможности дополнительного пассивного дохода и так далее. Деньги, которые сегодня очень много, у которых сегодня много целей и которые хотят решить все свои финансовые задачи и еще реализовать свою мечту. Смотрите, каждый, если будет делать то же самое, что вы, это каждый 8 по 8, а оттуда математика идет вниз до бесконечности, то смотрите, что происходит. Буквально на втором уровне, первый это уровень ваш 8 человек, вы поставили 8 семиугольников, они вам дали сразу же доход в 1500 долларов почти. Я все округляю, не люблю эти сотые, десятые и так далее. И если сегодня вы проконтролируете всего лишь 8 человек в глубину, запомните этот простой механизм. Если вы сегодня всего лишь 8 человек проконтролируете в глубину, и чтобы они тоже сделали по 8, это то есть вы помогаете создавать некие переговоры, приводить на презентации, может что-то самим сами говорить, это стоит того потратить энергию на то, чтобы рассказать об этой возможности. А что вы хотите? Деньги просто так такие не идут с неба. Вообще деньги просто так миллионерам просто так не даются. А мы сегодня говорим про миллионное движение. Давайте говорить честно. Поэтому, если мы сегодня проконтролируем 8 человек, и они сделают то же самое, у вас будет уже 64 человека в вашей команде. Это при одной дубликации в глубину, в одну глубину. Вы зарабатываете уже 12 тысяч долларов. Больше 12 тысяч долларов, друзья. Вот видно прекрасно на слайде. А теперь представьте себе, если вы, ваша глубина возьмет с вас пример, и тоже у каждого по 8 человек, видите, тут везде таблица умножения умножить на 8, в каждом прослойке умножить на 8, умножить на 8. То есть все люди, которые заходят сюда в команду, вам, к вашу команду, это ваш бинар, это ваш собственный бизнес, это ваша собственная аудитория, с которой можно и нужно работать дальше, которым интересно встречаться, общаться, наслаждаться жизнью, путешествовать. Это определенная жизнь, это другая жизнь. Вы должны ее понять сейчас, принять и не отторгать 2 человека, а вообще больше 8 человек вы должны себе в голову уже пригласить, да? Поэтому если вас всего лишь только в третьей глубине, друзья, представьте себе только, если вы, ваши 64 человека во второй линии тоже по 8 человек пригласят, 512 человек у вас образуется в команде, и они вам дадут. Это минимальный доход. На самом деле он будет больше, потому что будут срабатывать апгрейды, я сейчас вам про них расскажу.
у вас будет доход ваш 193 тысячи долларов. Представьте себе, у вас больше 15 миллионов рублей уже будет заработано, потому что работает ваша команда, потому что это может быть бесконечно. Эти цифры я повторять громко не буду сейчас. Я вам нарисовала всего 4 глубины, ребят. 4 глубины. Это просто обалденьте меня, вот там только всего лишь сколько? 4000 людей вам дадут такую сумму. А прикиньте, у нас на 8 миллиардов рассчитан весь бинар. Вам этого достаточно знать, чтобы рассказать эту стратегию. Вам не надо говорить, заботиться о том, что такое там какие-то бинарные пары, не бинар. Вот доверьтесь расчету, он есть. Я просто знаю, что многие люди, когда начинают вникать в эти соты, как оно считается, где что происходит, узнайте целую картину сначала. Вы должны знать, как работает сам механизм. Все просто. 8 по 8, 8 по 8, 8 по 8. И пошло, пошло, пошло. Все это точно высчитано. Это минимальная зарплата ваша, минимальная. Но на самом деле это будет больше. Почему? Объясню. Потому что наш бинар будет автоматически в процессе, каждая ячейка будет апгрейдиться. Что такое апгрейд? Я сейчас вам расскажу, что такое апгрейд. Покажу. Обязательно. Сейчас покажу. Так, не то. Вот. Смотрите, у нас в бинаре есть 4 пакета. Вот видите, отцентровано бирюзовым цветом USD. Это у нас в квадратиках здесь определены пакеты. Пакеты каждой ячейки. То есть каждая ячейка будет всегда апгрейдиться от товара, скажем так, от команды оборота, да, товара оборота, команда оборота, как вам удобней. То есть вы должны понимать, что по идее каждый из нас заходит в бинар в рассрочку. Вообще конечная стоимость каждой ячейки это 1000 долларов. Это максимальная стоимость, но мы сегодня в бинар заходим в рассрочку все. И наши вот эти все как бы апгрейды, они для чего нужны? Для того, чтобы вы незаметно для себя апгрейдили благодаря командообразованию, у вас будет часть от бинарной пары уходить на чистый доход, да, на выплату, и часть у вас будет уходить как раз на покупку того пакета, который постепенно идет до тысячного пакета. Да. Потому что что это вам даст? Каждый покупающий автоматом себя пакет вам будет давать возможность зарабатывать больше. То есть с бинарной пары сегодня на стартовом пакете 100 долларов мы зарабатываем всего лишь 25% на стартовом 100-долларовом пакете. Но когда вы только, у вас система приобретет 200, это тоже на автомате, вообще не думайте ни о чем. Вы будете просто это видеть в кабинете. Что у вас купилось, куда у вас деньги ушли, вот вам выплата, вот вас копится на апгрейд, все будет показано в финансовой части. У нас все это есть в кабинете. Вам не нужно об этом заботиться вообще. Вы должны просто понять принцип, всю картину. Еще раз говорю, мы смотрим сегодня целую картину. То есть, как только у вас приобретется тоже на автомате, у вас они будут приобретаться, почему? Потому что когда у вас летят люди вниз, заполняются эти ячейки семиугольниками, вам сама система все это видит, считает, насчитывает. Это происходит с каждой ячейкой. Если вам сегодня зайти в механизм с головой, как работает каждая ячейка, вы с ума сойдете. Там, может быть, не хватит у вас этого аппарата, да, головного мозга, как на самом деле это может в одну секунду могут срабатывать апгрейды, покупки, начисления. Это в секунды происходит. Поэтому вы должны знать целую картину. Если у вас будет приобретаться следующий пакет 250 долларов, вы будете с бинарной пары получать 50% уже. И 50% будет уходить на апгрейд. То есть как только с апгрейдов накопится, когда будет строиться опять также команда, накопится определенная сумма, достаточная для апгрейда, для покупки следующего пакета, то у вас приобретается, когда пакет, вы получаете уже с бинарной пары 75%. Друзья, это вообще-то уже большие деньги. И 25% у вас уже уходит на апгрейд,
на последний пакет, то есть тысячный долларовый, да, который стоит, у вас разница между 500 долларовым пакетом и 1000 долларовым пакетом, всего лишь 500 баксов, да, и у вас система, когда их накопит 500 долларов, да, с этой системы распределения, да, разделения, то у вас, когда приобретается уже пакет тысячный, вы получаете в чистом виде 100% с бинарной пары. Это до бесконечности. Ну, прикиньте себе, вот просто картину представьте себе, у вас бинар, у вас он строится, главная ячейка выходит на 1000 долларов пакет, просто аплодисменты сразу вам, вам вас система потом будет поздравлять на автомате, что вы вышли на такой пакет. И что это значит? Что у вас будет без конца и края, когда пополняться бинар, люди будут заходить, у них будут апгрейды, с этих апгрейдов всем ли, вам летят начисления, как будто они вновь активировали свои новые деньги, и это без конца и края, этот бинар заполняется, заполняется, у всех апгрейды, у всех какие-то там движухи, а вы получаете 100%, 100% с бинарной пары. Ребята, это круть! Это очень огромные деньги. И здесь, в этой таблице, которую сейчас вы увидите справа, а давайте вам сейчас ее покажу, ее, которую опять я начеркала сама, вот эту, да, вот здесь не учтены деньги от апгрейдов. То есть это просто тупо, если будут люди заходить на 100-долларовые пакеты вот этими семиугольниками или треугольниками. Вообще-то тут здесь на семиугольники рассчитано. Поэтому эти все семиугольники, представьте себе, будут апгрейдиться до 1000-го пакета. Представьте себе, со 100 долларов до 1000-го пакета будет одна ячейка апгрейдиться. Это же оборот от одного и того же человека, оборот в 9 раз больше. Представьте себе, он-то зашел на 100 долларов на ячейку. А будет ячейка по итогу стоить 1000, то есть 900 долларов, по идее, все равно от одного человека будет крутиться вам в оборот. Представьте себе, какой механизм, какой он живой и мощный. Это вот, вот поставьте плюсики, вот кто сейчас догоняет реально, о чем я говорю. Вот поставьте плюсики, чтобы вы, чтобы я видела вообще, о чем говорить дальше. Если есть вопросы, задайте эти вопросы прямо здесь. Наша школа, она сегодня внутренняя, по большому счету, я готова отвечать на любые ваши вопросы по маркетингу. Но я, моя задача, чтобы вы увидели картину, поставили плюсики прямо все. Я благодарю, что вы понимаете. Это очень важно. Это очень важно, потому что сегодня все деньги находятся в бинаре. И почему мы сегодня не с бинара начинаем? Потому что в бинаре мы получаем только с бинарных пар, а в тринаре получаем с каждой ячейки. Тринар тоже хорош. Он нам нужен. Там реферальная программа моментальная. Вот давайте еще раз покажу. Это очень важная штука. Смотрите, это прям очень-очень важная штука. Возвращаюсь к, вот к этой презентации. Вот смотрите. Так. Смотрите. Вот. 5 секунд. Вот смотрите. Вот тут все просто. Вот тренара даже презентацию не знаю, как делать. Тут нечего даже говорить. С первой линии ты получаешь 10%, со второй 90%. Чем хорош тренар? Это реферальная программа крутая, она быстрая. С каждой ячейки идет вознаграждение. С первой линии 10%, со второй 90%. Интереснее заполнять второй цикл. Там 9 таких ячеек. Все, презентация закончена. В тренаре все просто. Купил человек модуль, ты получил вознаграждение. Все, с каждой ячейки. Но в бинаре, это оно хоть и до глубины, но там нужно создавать бинарную пару. И поэтому я всем говорю, поставьте в голове цель, чтобы было 8 человек. За год вы должны пригласить 8 человек. Найти, обнаружить в вашей жизни людей, которым очень нужны деньги. Вы спрашиваете, просто так их спрашиваете, как дела у вас с деньгами, дорогие мои друзья? Хорошо? Молодцы! Я очень рада за вас. Плохо? Все, встречаемся. У меня есть классный бизнес-план. Бизнес-план, который даст крутые-крутые вознаграждения. Ребята, это просто бомба улет. Вот как делается приглашение на вебинары, на встречи и прочее. Как дела у тебя с деньгами? Если хорошо, очень рад. Не хорошо, давай welcome. Все. Мы создаем команду Движ, которая сегодня позволяет зарабатывать миллионы в системе вознаграждений. За что вознаграждают? Расскажу, приходи на вебинар. Все. Нечего больше сочинять, не надо ничего думать.
Не надо про сотые, десятые, как, откуда. Вот я считаю это лишним. Вот если человек сегодня понимает, что стратегия проста, что 8 по 8, 8 по 8, все, мы идем вперед. А теперь представьте себе, что вы себе придумали, что вы будете приглашать себе 8 человек, а не 3 человека, как в тренаре, да? Что типа 3 по 3. В тренаре тоже просто, по идее, 3 по 3. Либо вы 12 человек сами приглашаете, либо вы приглашаете 3, а эти человека 3 по 3 тоже продают эти модули. Тоже она срабатывает, и командная работа, она гораздо быстрее тут по возрождениям получается. Да? Смотрите, но если эти 8 человек будут ваши личниками, то прикиньте, у вас какие будут выплаты моментально еще в тренаре. У вас ведь тренар тоже будет крутиться. Он будет автоматом крутиться. То есть вы вроде бы делаете ставку на бинар, приглашаете. Вы можете приглашать реально на партнерскую программу. Можете вообще не продавать никаких модулей на самом деле. У нас есть классный продукт, но если вы не готовы трансформацию проходить, есть такие люди, я прекрасно понимаю таких людей, и которым сегодня нужны только деньги, а не трансформация. Я знаю людей, которые зашли сегодня на деньги, а трансформацию получают уже в процессе. Нашим, который получают они, потому что открыты все занятия с 3 модулей, открыты все секретные наши занятия, которые проходят по понедельникам, по четвергам, они открыты для вас, дорогие. И когда они начинают проходить, они прямо с удовольствием говорят: «Господи, мы зашли бабки зарабатывать, а тут такие чудеса происходят». Это здорово, друзья. Поэтому не обязательно людей толкать на путь трансформации. Да вы сами-то, может быть, не понимаете, что такое есть. Просто это у нас есть. Она классная платформа. Но вы сегодня можете приглашать, если людям многим сегодня трудности испытывают с деньгами, вы сегодня можете просто приходить и рассказывать про партнерскую программу. Она реально крутая. Вы можете говорить сами, привозить их вот на школы по средам, по субботам. Можете показывать записи, можете знакомить с вашими спонсорами. Сегодня у нас уже много людей заработали классные деньги в нашей системе. Но это только маленькое зерно я вижу, потому что я знаю потенциал. И наш потенциал этого механизма, он сумасшедший. И сегодня, если люди ищут какие-то матрицы дешевые, где там какие-то уровни, потом надо закрывать, тут не надо закрывать. Ребята, я сегодня прямо говорю, надо ставку делать сегодня реально на бинар, раскрывать потенциал всем. Все просто, 8 по 8, четвертая глубина. Давайте еще раз покажу вам, ошарашу чуть-чуть, да. Четвертая глубина вам дает сколько? Она дает вам 396 миллионов долларов. Четвертая глубина, друзья. Только представьте себе, готовы ли вы ради этой суммы, да ради прикола год просто взять и поработать. 8 человек, ну просто цель поставить, найти свою. Неужели вы живете на необитаемом острове? Я не верю, я знаю, что вы сегодня все вышли с гаджетами из каких-то там городов, из мест нормального обитания, где очень много людей. Эти люди нуждаются в этой помощи. Просто фокус поменяйте. 8 человек обнаружить в вашей жизни, которые нуждаются в этой помощи, в этом спасательном круге, друзья. И поэтому все, я не знаю, что здесь. Вот так же я как про бинар, когда говорят, я не знаю, как рассказывать про бинар. Вот, друзья, нарисуйте вот этот механизм и все. Не надо здесь тупить больше. Если вы будете там заморачиваться в разные цифры, что такое там вот мелочи, апгрейды. Да это все тут на автомате, на полном. Этот механизм уже опробованный. Мы здесь его не сочинили на ходу с Галей Платоновой. Мы сами прошли этот путь. Лично заработали больше миллиона долларов. Это очень круто. Поэтому если мы сегодня все вместе просто сфокусируемся, да, вот на этой модели, если мы людям не будем путать мозги, как рассказывать про турсистем, как там про то рассказывать, про все рассказывать. Да просто сфокусируйтесь. Мне нужно 8 человек, которым я могу помочь рассказать. И потом их линии тоже помогу. И если они будут дублировать также в 2 глубины, каждая глубина в 2 глубины будет контролировать весь процесс, это 8 по 8. Вы придете к этому результату на полном автомате. 4000 людей, 32 тысячи людей в команде у вас может образоваться за целый год. Легко и просто. Начали с 8, а в команде образовалось вот столько.
А потом, если у вас будет не 8, а 9, или 10, или там 15, все же эти люди, 9 и так далее, следующие, они переливами летят вниз в вашу команду. Переливы. Ваша команда получает от спонсора перелив. Это то, тех, те команды, тех людей, которые встанут под крайних людей, кто стоит в этой команде. И если будут все прослойки, не зацикливаться на 8, а дальше идти. Ребята, вы представьте себе, какой будет движ. Куда нужно сегодня энергию свою направлять? Куда? Сюда, потому что здесь не всех. Здесь четвертая глубина всего дает, четвертая глубина. 396 миллионов долларов. Что сегодня может еще больше зажигать? Что? Поэтому моя презентация очень простая. Я надеюсь, что вы сейчас поняли, что все находятся деньги в бинаре. Два механизма соединены в одно целое. И наша концепция сегодня, естественно, идет простым ходом, потому что мы понимаем, что трансформация нужна сегодня не каждому человеку, но эта территория осознанного развития, она будет всегда как плечо для каждого открыто, абсолютно для каждого, потому что это сильное плечо. Если вам трудно, действительно трудно в жизни, очень мучается душа какими-то разными проблемами, задачами, вам всегда есть на помощь наши модули, их можно открывать каждый день, можно наполняться этим светом, наполняться этим пониманием, наполняться этим осознанием, это очень важно. И, соответственно, вы можете спокойно предлагать без зазрения совести, типа там какую-то там пирамиду строить или прочее, некоторые скажут, да, я скажу на такое возражение сразу же одну вещь. Действительно, есть такие бинарные модели, которые, по итогу являются как пирамидой. Я объясню, но чем отличаемся мы, потому что у нас очень главный аргумент, который сегодня находится в главном стержне нашего механизма. Это главный стержень, потому что у нас нет фиксированной бинарной пары. Что такое фиксированная бинарная пара? Вот если бы, вот раньше в бинарах, в принципе, до сих пор есть они такие бинары, где с бинарной пары получают фиксированную, допустим, там $120. Вот слева какой-то человек, там люди, команды падают справа, и когда есть зеркальные там какие-то бинарные пары, вы получаете за нее стабильно, фиксированно, допустим, $120. Ну, к примеру. У нас такого нет. У нас бинарная пара динамичная. Она рассчитана на 8 миллиардов людей. И она динамично идет на уменьшение. Но это не значит, что у нас будет компания, команда, люди получать по итогу там, через 5 лет будет мало денег. Нет. Это значит, что коэффициент будет меньше бинарной пары, но от того, что если он меньше уже произошел, значит, количество людей зашло в большой в бинар. А это значит, что каждая прослойка там или сям, она может быть активна, а где-то мегаактивная. И, соответственно, эти люди все с прослойками вниз, при активности своей, они могут давать огромное количество переливов вниз. Тем самым, если будет много людей заходить и через 2-3 года, то вся прослойка, которая была предыдущая целые 2-3 года формировалась, она достаточно плотная, активная, с большим пониманием. А значит, она уже заработала много денег, и она уже находится на игле, на этой финансовой игле, которая, это допинг, хороший допинг, который нам дает сегодня возможность хорошо жить. Финансовый допинг – это очень круто, когда он есть. Поэтому люди, когда получают, входят в финансовый поток, их не остановить. Я сама лично была в этом потоке, и моя практика показала, что я не могла остановиться, даже когда система не работала, когда предыдущая компания, в которой я работала, развивалась, она действительно не работала там по разным причинам. Это не буду их озвучивать, смысла никакого нету, но я настолько была вот на таком допинге финансовом, что я верила, что они восстановят эту систему, да, ворованную, тогда было так у них. Я верила всей душой, и поэтому сегодня вам говорю, что я была вот на этом допинге. Я не могла целый год успокоиться, я всегда людей дальше приглашала их, потому что я знала, что они, я верила, что это все дело восстановится, и все будет классно. И вот сегодня наш механизм, он гораздо круче, если люди сегодня будут находиться в этом потоке финансовом. Их уже не остановить будет, их много будет. Это будет большая энергия финансовая, это будет большой поток, который невозможно остановить, невозможно. И поэтому давайте мы с вами сегодня сделаем такие выводы.
что наша компания сегодня предлагает эксклюзивный нео-маркетинг, который сегодня действительно нерушимый. И сегодня его с пирамидой сравнивать смысла нет. Сегодня внутри заинтегрирована та же самая таблица Excel, которая пользуется миллионы, миллиарды всех бухгалтеров для своих расчетов всех денежных операций. Также и у нас сегодня механизм простющий. Все пишут уже, нас невозможно остановить, Светочка, да? Правильно. Важно зайти в этот поток, просто в него зайти, его активировать в своей жизни. Не надейтесь на свою команду, просто сами на себя. Вот возьмите 8 человек в жизни, сфокусируйте, что они будут у вас активны, и которые хотят тоже строить команды, жить свободной жизнью, не принадлежать какому-то одному месту, путешествовать. То есть эти люди точно на вашем горизонте появятся, если вы их внутри себя увидите. Это очень важно понять. Если вы сами такой, то вам 8 человек, они в вашей жизни образом каким-то волшебным притянутся. Поэтому это такой механизм рабочий, про который сейчас говорю. Вот. И если будем 8 по 8 идти вперед, а не на двух останавливаться, я сегодня предлагаю делать большой бизнес. Для меня интересно создавать сегодня как раз движение с людьми, которым важна поддержка. Я готова поддерживать лидеров, которые в своей активной позиции находятся, да, пускай они там с двумя-тремя людьми еще находятся, но вы, если у вас есть какие-то команды вдруг на горизонте, с которыми надо серьезно поговорить, просто давайте договариваться. Мы сегодня с Галиной Платоновой открыты для команд, которым сегодня нужно понимание раскрыть, да, это очень важно, и вместе пойдем вперед. Мы очень хотим, чтобы в наших командах было очень много миллионеров в течение года. Верим, что у нас наши партнеры, которые сегодня будут раскрывать такую простую возможность, быстро смогут передать эту возможность другим. Просто начните показывать этот механизм. Все. Да, в бинаре все деньги. В бинаре пассив при структуре от 100 человек. Да, вот Галина Платонова прилетела уже дома уже. С приездом, дорогая Галочка. Очень рада, что ты в строю уже. Поэтому правильно она пишет, 100 человек, если у вас будет в команде, дальше идет уже пассив, и дальше уже поток. Интересно уже поддерживать, потому что в топку вот этого огня уже с удовольствием кладешь, потому что ты уже увидел, ты уже что-то получил, у тебя уже пошла закручиваться эта воронка денежная, да? Вот, поставьте, пожалуйста, плюсики, десяточки, лучше десяточки. Если вам сегодня понятен этот механизм, как работает, вот эту картину сверху я нарисовала, без всяких там непонятных там разных дорожек, да, которые можно, в принципе, раскрывать и раскрывать. Можно все раскрыть, каждую деталь можно раскрыть. Илья, привет, дорогой, привет, очень рада, что ты у нас на встрече. Вера, 10 баллов, Светочка, благодарю. Если вам сегодня понятно, просто давайте начинать работать. Все, ой, ребята, молодцы, всем все понятно. Все просто очень, просто шлепаем вперед, 8 по 8, не останавливаемся на 8, делаем друг другу командные как бы поддержки, да, там 9, 10, 12, ваш 30 человек, он все перелив в вашей команде. Ваша команда будет вас благодарить за то, что такой спонсор классный, который не останавливается на 8 людях, а которые в команду дают переливы. Поэтому, ребята, это очень мощная система. Давайте мы зарядимся на нее до бесконечности. Ну, а мы с Галиной Платоновой будем поддерживать с удовольствием эту систему, эти механизмы, будем совершенствовать внутри сайты. Мы всегда будем находиться в режиме онлайн, то есть никогда чего-то навсегда не делается, мы всегда будем улучшать нашу платформу всякими разными возможностями, но механизм вот этот конкретный меняться не будет, потому что он и так совершенен, он реально совершенен, мы очень довольны, что у нас получилось интегрировать такие сложнейшие формулы математики, да, которые она дает возможность действительно зарабатывать очень много-много денег. Получили энергии от меня, благодарю. Меня это тоже наполняет, когда я сегодня кому-то подняла настроение. Буду рада, если вам сегодня действительно у кого-то внутри стало хорошо и тепло от этой возможности, от голоса, от настроения и так далее. Да, благодарность принимаю, дорогие. В принципе, все очень просто, и
я даже не знаю, в принципе, чем заканчивать. Не хотела бы я, наверное, говорить про разные детали, мелочи, да. Хотела, чтобы вы ушли с простым пониманием. Не хочется, вот не хочется сложностей никаких, их здесь нет. Вы должны понимать, что здесь сложностей нет. Вот всего лишь механизм простой. 8 по 8, и эти 8 человек будут также проходить круги тринара, еще в тринаре будут вам давать деньги, и все эти будут тогда вниз апгрейдиться, вы зарабатывать будете еще больше денег. Вот и вся презентация. Все очень просто. Ой, до предела простой механизм на самом деле. Эмоции для приглашения скопировал. Благодарю, все замечательно. Ну, слушайте, надо все с эмоциями. Потому что я абсолютно понимаю этот механизм, и я не знаю, как можно его холодно преподавать, давать эти цифры. Ну, можно цифры кинуть, почему нет? Может, кого-то, для кого-то сработает. Но я это просто сама лично пережила, ребят. Просто сама лично. И я когда смотрю вот этот механизм, у меня самопроизвольно просто улыбка натягивается. Я не могу на это просто смотреть. Это и того, сколько стоит 7 ячеек. 7 ячеек стоит $700. Каждая ячейка по $100. Это ее начальная как бы стоимость. По итогу у нас будет все апгрейдиться до 1000-го пакета, поэтому у вас будет по итогу с вашего семиугольника оборот в команду в $7000 будет. Это будет при движении. Поэтому перспективы, горизонты просто колоссальные. Ну что, друзья, я закончила. Рада, что вы были со мной. Рада, что я максимально все упрощаю и даю возможность быстро понимать простые вещи. Ничего я больше не хочу усложнять здесь в презентациях, потому что здесь все просто. Все пока. До следующей школы. Будет следующая школа суббота. Суббота будет. У нас будет обязательно стратегии, какие-то вещи интересные будут раскрываться. Анонсики вы ждите в наших чатах. Ну и, соответственно, давайте работать, потому что у нас механизм ждет своего заполнения, ждет своих героев, ждет своих классных лидеров, ждет своих звезд, чтобы мы объявили наконец-то, что у нас есть реально уже первые долларовые миллионеры. Ребята, от нас большой подарок будет, кто будет первым долларовым миллионером. Но об этом немножко позже. Все объявления будут на сайте.